Приветствую вас, уважаемые любители хорроров, меня зовут Ренат, вы находитесь на канале Horror Live Game. Сегодня мы с вами продолжаем проходить «Привет, сосед» вторую часть, это у нас уже будет третья серия, поэтому давайте тянуть не будем, погнали. Я думаю, что игра у нас растянется еще, наверное, вот на эту серию и, может быть, на еще одну. А может быть и на еще одну, не знаю. Так, мы в прошлый раз с вами что сделали там? Мы в прошлый раз с вами... остановились на том, что почему у меня так громко в наушниках, прямо капец. Я сделаю для себя потише. Для вас звук не изменится абсолютно никаким образом. Так, в прошлый раз мы, короче, пришли из пекарни, пришли в музей, нам дали ключ. Мы открыли дверь. Нету вертикальной синхронизации. Почему? Настройки графика. На-на-на-на-на-на. Я, короче, не вижу здесь, чтобы что-то такое было. Так, о! Окошко. Мы можем открыть окошко. Это хорошо. Так, здесь у нас не открывается. Здесь мы в прошлый раз раздобыли дом. Я так думаю, что нам надо еще, короче, два дома. Ой, ходит. Нам надо еще, короче, два дома. И после этого, наверное, откроется сейф. Так, он там что-то ходит. Чё ты ходишь? Так. Я схватил дом, утащил дом. Это хорошо. Он же меня не видел, да? Да, он меня не видел. Он пошел отдыхать. Все, сиди, отдыхай. Так, это у нас дом, наверное, вот отсюда, да? То есть коричневый на коричневый, красный на красный, синий на синий. Проблема в том, что я не знаю, где находится синий дом. А вот он как раз стоит у синего дома. Подожди, не спеши. Так. Эх, а как мимо него пройти-то, алё, он все время, он ходит прямо вот среди этих витрин, он все время ходит там, как я мимо него буду проходить, интересно знать. Может быть, просто пробежать? Ну, типа, я раз и спрятался, да? Все, он же меня не видел? Он меня не видел. Я очень быстро убежал. Я очень быстро убежал, и он меня не мог видеть. Поэтому, короче... Тихо. Он уйдет. Нет? Я его не вижу, чтобы он шел. Так. Присядочку. Потихонечку. Понятно, ладно. Не работает. Так, тут у нас что? Какая-то, короче, карта. А, я там вижу дверь. Короче, по этим половицам ходить нельзя. Они скрипят, и когда они скрипят, он нас видит. Так, сейчас, секундочку. У меня была монтажка. Зачем я это сделал? Вот тут камера. Тут есть камера. Все, я понял, это шорткат. Это чтобы, короче, убегать на первый этаж очень быстро. О! А здесь доска, и там какой-то бойлер стоит. Так, тихонько. Тихонько-маленько. Вот он ходит внизу. Как мне вытащить тот дом? Так, здесь нужен, короче, рожковый ключ. Здесь нужны головы. Раз, два, три. Это, короче, какой-то олень. Это у нас рыба. Это медведь. Так, здесь тоже нужен ключ. Ключ с шестеренкой. Тут папа ругает дочку, отправляет ее на чердак. Ага. Вот.
Нужен, короче, ключ еще от чердака. Я понял. Нужен ключ от чердака, нужен ключ шестеренка, нужен гаечный ключ. Нужен ключ в форме сердца. Офигеть, как много ключей. Я где это все возьму? Вы прикалываетесь. Так, и нужен еще типа квадратный ключ. Очень много ключей надо. Очень много. Надо каким-то образом раздобыть. Раздобыть нам надо каким-то образом. Сейчас я вам скажу. Надо каким-то... Вон там внизу еще одна дверь. Которая заперта на монтажку. Короче, пойдемте вниз. Попробуем сейчас достать тот кораблик. Ой, какой кораблик этот. Этот домик. Кораблик. Почему я сказал кораблик? Так, он же не в своем кресле. Да, вот он сидит. Вот он. О, май гад! Он меня спалил. Тихо. Я знаю, у меня есть шорткат. Я смогу всегда убежать вот сюда. Меня нету. Так. Оп. Так, ножницы. Так, тихо. Монтажка. О, быстрей. Я думал, сейчас меня схватит. Уф. Это было капец как адреналиново. Это было очень адреналиново. Так, я взял синий дом. Это хорошо. Я надеюсь, он меня... О, сейф. Так, ключ с квадратом от второго этажа. Да прекращай ты, чё? Так, прячемся. Он не должен нас видеть. Мы пробежались там по осколкам, и типа он нас должен был услышать. Ходим мы по этим осколкам или не ходим? Я даже не знал, что здесь, короче, двери есть. Ну, в смысле, что она открытая. Я просто наобум заглянул, смотрю, дверь, нифига себе, так давай бегать. И давай сразу же бегать. Так, это выход в главный зал. Подожди. Это у нас куда дверь ведет? А это у нас дверь ведет в гараж. Хорошо. А куда у нас еще есть двери? Это что такое? А, это спрятаться от него, я понял. Это спрятаться от него. Он, короче, вообще неугомонный. Ходит. Так, спрячемся. Пусть он... О, во, я прям вовремя спрятался, вовремя. Вот он стоит, прям на меня смотрит. Эх! Сбежал опять, да? Эх, сбежал. Побежали наверх. Так, подожди, ключ. Ключ вот отсюда, да? Нет, не отсюда, а откуда? А откуда этот ключ? Я не понимаю тогда, откуда этот ключ. И он и не отсюда. А откуда? Вот же ведь. Ну, ключ-то квадратный же, да? Да. Ключ не отсюда. А откуда ключ? Подождите, там же был, там же была рядом еще одна дверь. Ну-ка, пойдем сходим. Да, вот отсюда. Так, Монтажка. Сразу, короче, дверку открыл. О! Голова рыбы. Хорошо. Голова рыбы есть. Отлично.
Так. Фонарик. А фонарик, наверное, вот сюда надо. Фонарик, наверное, надо. Да поставь ты уже его. Да? Да. А, он меня спалил! Нет! Нет, 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 нет! Да я же убежал уже, ты чё, алё? Я же убежал. Он, короче, все у меня отобрал, да? Ну, естественно, что он меня все отобрал. Так. Рыбья голова. Рыбья голова. Что я делаю? Так, а что мне надо здесь? Ключ в форме сердца. Отлично. Хорошо. А, здесь тупики. Закрыто. Окей, окей, так. Рыбья голова у нас есть. Это хорошо. Это прямо замечательно. Подожди. Подожди. Мне надо разобраться, что у меня есть. У меня есть рыбья голова и есть ключ в форме сердца. Значит, мне надо пойти на второй этаж. Пойти на второй этаж и поставить туда голову. Так. Прячемся. Прячемся. Он сейчас придет. Потому что я тут нашумел целую гору. Было очень шумно. Я пробежался по скрипящим доскам. Сейчас, короче, идем, значит, открываем дверь. Вон он спустился вниз. Все. Хорошо. Идем, короче, открываем дверь в форме сердца. Сердечную дверь. О, рыбья голова. Надо поставить ее. Да. О, там еще одна дверь. Ну-ка. Монтажечка. Монтажечка. Это, короче, шорткат, чтобы спуститься вниз. А, нет. Тут лестница наверх куда-то идет. Окей, я тебя понял. Хорошо. Хорошо. Так, дверку закроем. Дверку закроем. Так. Здесь нужна гантеля, да? Здесь нужна нам гантелька. Так, на ножницы где мои? Я не могу их что-то взять. Иди сюда. По-любому иди сюда. Так, эти штуки у нас не работают. Я хочу разбить вот это вот стекло. Ах ты падла. Оп-о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 п. Я быстрее тебя. Я быстрее тебя. Я быстрее тебя. Подожди, все. Я спрятался. Меня нету. Так тут, значит, по идее, можно перебить абсолютно все стекла и забрать все, что там есть. Да? Что ты рычишь? Ой, какой душный он. Ой, какой он душный. Ой, какой он душный. Так, побежали наверх. Так, скрипанули разок. Ничего страшного. Ничего страшного, скрипанули. Бежим, короче, до шкафа. Прячемся. Сейчас он от нас отстанет. И мы пойдем в комнату, которую мы открыли. Которая сердцем была. Комната с сердцем. Мы сходим в комнату с сердцем и посмотрим, что там есть. Так, все, он отстал. Он ушел вниз. Идем в комнату с сердцем. Возможно, там будет еще какой-нибудь ключ, да? Возможно, будет. А это фотография его. Иринч?
Ока сцена, прикольно. А что за фризы-то, алло, игра? Помоги мне! Помоги мне! Это был сон или это был глюки? Это было что? А он проснулся у себя дома. Офигеть. Так, потерянная семья. Достижения мне дали. Так. Дом какого-то охотника. А где его искать? Дом охотника. Пойдем. Пойдем, будем искать этого охотника. Где он? Вообще надо было, наверное, залезть наверх, да? Залезть наверх и А где? Как залезть наверх? Это же здесь был подъем, нет? И у меня глюки. Я же поднимался наверх, алло, игра. Как я это делал? А, вот так вот я это делал. Сейчас мы, короче, залезем на самый верх и посмотрим, где находится дом охотника. И будет ли вообще его видно? Но это не он. А вон что-то похожее. Похожее что-то на колокольню. По-моему, это он. Ну-ка, сейчас спустимся в комнату. Посмотрим, есть ли там на его доме большая вышка. Большая вышка на его доме. Да, есть, это он. Вот, я вижу. Есть вышка. Надо, значит, идти туда. Как раз он там, где летают птички. Там, где летают птички, мы туда и пойдем. Почему я не могу заходить в чужие дома? Мне вот было бы интересно, допустим, пошариться вот здесь вот. Они мне не дают этого делать. Тин-ти-рин, ти-тин-ти-рин. А зачем я туда пойду? Для каких целей? Бомба. О, открытое окно. А вот теперь оно открытое. Я, короче, значит, могу бить любые... О, ты чё, падла? О, у него ружье. Да я не могу бежать, алло. Почему я не могу бежать? А он в меня типа стреляет? Вот нифига, у него ружье. А он, короче, значит, он будет меня ловить гораздо быстрее. Сейчас мы, короче, второе окно расхреначим вот здесь вот. Чтобы можно было заходить. Так, здесь дверка откроется, да, здесь... Вон он там ходит. Так, второй этаж. Второй этаж. На второй этаж мы тоже можем заходить. Так. Где он идет? С какой стороны? Он сюда идет. Он идет сюда. Он идет сюда. Да он вообще резкий. Дом очень маленький. Очень маленький дом. Зачем мне залазить наверх? А, типа можно спуститься туда. Можно спуститься вот сюда. Оп. Оп. Так, это хрень. Полумесяц. О! Подожди. Да убери ты его. Ой. Лопата. Лопата. Ой, я могу спрыгнуть. Прыжок веры. Я думал, я не долечу. Так, дед, да отстань ты уже от меня, ты задолбал.
Я не могу обследовать дом по-человечески, потому что ты меня все время преследуешь, блин. Монтажка. Здесь нужна монтажка. Так, я монтажку взял. Так, здесь нужен ключ. Окей. Я тебя понял. Здесь нужен ключ. Пока я вообще не понимаю, что делать в этом доме. Пока у меня вообще мыслей никаких. Пойдемте сходим наверх. Наверх еще раз пойдемте сходим. Потому что там была еще одна дорога. Дорога была еще одна куда-то. Вот здесь вот можно было, короче, спрыгнуть вниз. Аккуратно. Оп. Вот здесь можно было спрыгнуть вниз. Здесь у нас окно. Это какой-то шорткат, да? Тоже. О, кабанкус. О, они двигаются. Нифига себе. Они двигаются. Кабаньи головы двигаются. Тихо, тихо, спокойно. Спокойно. Ищем кабаньи головы. Эти вот не двигаются головы. Нет, эти головы, к сожалению, не двигаются. И здесь, кстати. Кстати, ты заколебал, ты вот что-то. Почему не спадает агр с меня? Он где-то здесь ходит. Надо, короче, в шкаф залезть, я думаю, агр спадет. Да? Потому что я хожу, а он меня типа не видит, но и музыка не проходит. А он рядом здесь ходит. Так, здесь нужен рычаг. Здесь нужен какой-то рычаг и у... Да он заколебал тут ходить рядом, алло. Да нет у меня, ты чё, отстань. Сколько можно ходить тут уже? Я в тупике, все. Капец. Ой. Буква. Буква. Подожди, у меня есть буквы. Это что такое? О, подожди, нет, старик, пошел отсюда. Он, короче, забаговался и ходил там на одном и том же месте, поэтому музыка у меня не исчезала. Он тупо, короче, забаговался, этот тип. Так, надо понять, что делать с лопатой и буквами. Я думал, это полумесяц, это, оказывается, буква. Окей. Все, агр с меня спал, это хорошо. Пойдемте еще раз, короче, залезем через верх. Краска, вот для чего она нужна? Может быть, ей кидаться можно? А? В натуре ведь его кидаться можно краской. Него можно кидаться краской. А смысл от этого?
Да подожди, старик, подожди! Нет, нет. Все, отстань от меня, отстань. Все, я больше в тебя не буду кидаться краской. Я тебе обещаю. Я тебе обещаю, я больше в тебя краской кидаться не буду. По крайней мере, не сегодня. Так, все, хорош, короче. Надо это, надо что-то, короче, делать. Мы здесь еще не посмотрели, что у нас тут есть. Здесь абсолютно ничего. Так, теплички. Тоже, по-моему, ничего с ними нельзя сделать. Можно пойти на второй этаж. На второй этаж. У медведя в зубах была карта. У медведя в зубах была карта. И значит, нам надо собрать кусочки этой карты. Вот здесь вот есть доска, на которой надо это все дело собирать. Я краем глаза заметил, короче, вот эту хрень. Так, это шорткат. Можно быстро спрыгнуть вниз. Здесь нужен еще один рог. Здесь нужен еще один рог. Так, монтажка. Здесь мы соберем карту. Здесь мы соберем карту. Так. Не понял. А-а-а. Еще одна свиная голова. А-а-а. Что происходит? Отдать тебе монтажки по голове. Что же тут происходит? Ну, типа, от него тут реально можно прятаться. То есть услышал шум, раз, наверх. Долез. Все окей. Ну-ка, ну-ка. Эх, сбежал, сорванец. Да хорош тут ходить. Ходит он. Что-то тикает. Он что-то завел? А-а-а, свиные головы на время. Кабаньи, короче, головы это на время. То есть надо за определенное время что-то успеть сделать. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Я убежал, я убежал. Я убежал. Так. Банка с краской где? О-о-о, подожди, нет. Беги, 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 беги. Беги, беги, беги. Он меня стреляет прям в зад. Он меня стреляет прям в зад, и этим он меня замедляет. Причем так нехило. Так. Пойдем еще раз на второй этаж. Попробуем спрыгнуть в дырку. И посмотрим, где мы окажемся. Посмотрим, где мы окажемся. Подожди, нет, 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 нет. Я понял, я видел, на холодильнике не хватает букв. Значит, нам надо, короче, подойти к холодильнику и повесить туда эти буквы. Да отстань от меня, дед, ты чё такой? Ты чё такой настырный-то, прям вообще капец. Дед, это очень трудно. Так, надо вентилятор включить. Я включил вентилятор, потому что что-то стало в комнате жарково 100. Дед прям вообще лютый. Он, наверное, стал лютым из-за того, что я кидался в него краской. Так. Нам надо найти еще одну букву, да? О, подвал. О, а ты что тут делал-то? Капец.
Он у меня забрал все. Я надеюсь, что буквы-то на месте остались, да? Пойдем сейчас проверим, на месте остались ли буквы. Потому что я помню, та же история была, короче, с полицейским, когда он меня поймал, он у меня типа забрал все кубики. Он у меня забрал те кубики. Так, мы нашли две кабаньи головы. Одна у нас находится наверху, вторая у нас находится здесь. Надо еще посмотреть, где находятся кабаньи головы. Так, отдай рог. Не отдает рог. Так, вот еще одна. Работает? Да, работает. Вот еще одна кабанья голова. И одна, скорее всего... Так, пока спрячемся. Пока спрячемся. И одна кабанья голова, наверное, в подвале, где он ходит. Да ну нет же никого, ты че? Абсолютно никого нет, все. Эх, сбежал. Так, он ушел. Он ушел. Пойдемте, короче, в подвал. В подвале мы не были. Мы не были в подвале. Вот еще одна. Кабанья. Голова. О, подожди, подожди. Так, а мы здесь были. Это не подвал, это первый этаж. Это первый этаж. Так. Где он? Ту-ту-ту-ту-ту. Так, мы знаем, у нас есть три головы. Подожди, нет, не три. Уже получается... Так, одна наверху, вот здесь вот. Вторая на втором этаже. Одна в кухне и одна в подвале. Да. Четыре головы получается. Четыре головы. Это значит, их надо активировать за какое-то определенное время. И после этого мне что-то дадут. Такс. Да ну ты залезешь сегодня? Нет, алло! Там и так на время все. Так, вторая голова у нас вот здесь вот. Активировали, да? Ну и пошел ты. Я не знаю, как активировать все головы одновременно, ну, потому что он меня ловит. Это ладно, что мы букву успели расставить. Это ладно, что мы успели расставить буквы. Интересно знать, а для чего нужна эта краска, потому что когда в него... Типа, кидаешься, и никакого эффекта нету. Вообще, то есть его не оглушить, ничего с ним не сделать. Так. Вот здесь вот голова у нас активировали. И в подвале у нас голова. Блядь, дед, ты задолбал!
Так, что-то где-то звякнуло. Микроволновка. О! Вот! Он заберет, да, сейчас у меня карту? А как он узнал-то, где я? Естественно, что у меня ее нет. Первый кусок карты и тот я забрать не могу. Подлюка. Может быть, микроволновка будет открытой? Ну-ка, пойдем сходим. Да ты достал меня! Может быть, микроволновка будет открытой? Пойдемте через второй этаж сразу же на кухню. Вот сюда. Да, она открытая! Она открытая! Бежим! О! Что это было? А, это был капкан? Я даже не понял, что это было. Так, на второй этаж. На второй этаж идем. А, весим, говорю. Вешим первый кусок карт. Весим. Да, весим первый кусок карты. Пусть будет так. А, куда его? Сюда? Нет. Да, дед, ты достал меня! Пошел отсюда! Сколько можно? Он реально вообще такой нудный. Дед просто какая-то нудятина. Ой-я. Да. Это невозможно. Это просто невозможно. Так, карта. Ну, естественно, ее нету. Естественно, ее теперь нету. Естественно, теперь нету у меня карты. Это только первый кусок карты. А где искать остальные? Вообще хрен знает. Зачем я сюда заложу? Так. Дедоган. Дедоган. А, через центральную дверь входить не будем, потому что мы, когда ее открываем, он типа все время вообще агрится постоянно. Так, карта. Я тебя забрал. Ох ты, сука ты, а! Вот ты тварь! Да, блядь, отцепись! Пошел отсюда, старый пердун. Так, вот сюда. Давай, пофиг, пусть главное, она висит. Остальное нам без разницы. Главное, карта висит. А, где нам теперь найти рог? А, пойдемте, короче, на третий этаж через крышу. Залезем. Залезем, короче, через крышу. И посмотрим. А, там очень много висело этих оленей убитых. Возможно, где-то среди них есть какой-нибудь рог. Да? Я же прав? Здесь нету. Спускаемся вот сюда. А, здесь тоже нету. Спускаемся вот сюда. Так, вставай. Так, эти рога не берутся. Эти рога не берутся. О! Буква! Нифига себе! А если бы я сюда не пошел, я бы никогда в жизни бы не нашел эту букву. Кого ты там ходишь? Он ходит где-то здесь, да? Он где-то внизу ходит. Так. Да нет никого. Нету никого. Все, иди отсюда. Никого нету, я в шкафу. Сбежал. Так, в этих рогах ничего нету, да? Yeah.
Он ищет меня. О! Да ладно, что, серьезно? Да ну ты сломаешь сегодня, нет эту штуку-то. Так, спокойно. Бегаем. Спокойно, мы сбежали. Мы сбежали. Сейчас мы, короче, донесем третью букву. Поставим. Наверное, что-то произойдет. Типа мне что-нибудь дадут. Ах ты, сука. Так. О-о-о, бежим. Бежим, бежим. Да чтоб тебе черти полосатые съели. Дед, не трогай меня. Дед, не трогай меня. Дед, все, я ухожу. Я все понял, я ухожу. Все, я ухожу. Он заколебал своими капканами. Иди отсюда, старый пердун. Иди отсюда, старый пердун. Все, отстань от меня, я уже ушел. Надо в него, короче, этой краской кинуть, чтобы он не выеживался. Так, мы открыли холодильник. Мы открыли холодильник. Это типа хорошо. Так, он ушел на второй этаж. У нас... О! В холодильнике рог. Все, побежали отсюда. Побежали отсюда. У нас есть рог. У нас есть рог, который надо добавить на чучело в подвале. У нас есть рог, который надо добавить на чучело в подвале. Чучельный подвал. Так, а где? Где я увидел? А, нет, не здесь. А, рог у нас был на втором этаже. Пойдем на второй этаж. Я надеюсь, дедогана там не будет на втором этаже. Мы сходим, поставим рог и что-то нам, наверное, дадут. Блядь! Я, конечно, сильно извиняюсь, но это чересчур. Он прям стоит в этом месте и ждет меня, когда же я приду. Когда я приду. Не надо в меня стрелять, не надо. Старый пердун. Какой он все-таки душнилый, этот дед. Ты достал... Ты как подняться-то успел с такой скоростью наверх? Ты чё, падла? Как он это делает? Я вообще ума не приложу. И он сейчас, короче, будет все время ходить в одном и том же месте. Хотя... Как он это делает, я вообще не понимаю. Каким образом он это делает, я тоже. Он был на втором этаже, а потом он оказался сзади меня. Охрененно. Просто вообще топ. Так, идем, короче, через его комнату, спрыгиваем в дырку. Мы сразу оказываемся возле холодильника. Ну, естественно, естественно. По-другому быть и не могло. По-другому быть и не могло. Ай-я. По-другому-то быть и не могло. Только так. Какой противный дед бесит меня прям вообще до ужаса. Бесячий противный дед. Пока это вообще, короче, самое сложное место вообще из всех мест, которые здесь были. Потому что самое легкое было, это типа музей. Пока музей.
дедоган. Усатый пердан. Давай тише отсюда. И он пошел наверх, да? Ну, естественно, естественно, что он идет наверх. А для чего? Для того, чтобы не пустить меня туда, чтобы я поставил рог. Спускайся, я пошумел. Да хорош там уже тереться. Давай тише отсюда, дед. Я тебе серьезно говорю. Он ходит здесь? Он ходит? Так, что, пробуем? Блядь, а... Как ты меня достал, старый ты пердун? Он должен сейчас идти наверх. Так, рок. Ставим. Что? Что? А что случилось? Где-то что-то открылось? А, вот что-то. Карта. Так, дед. Дед! Нет, дед, нет, 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 я убежал. Я убежал, я убежал. Уф. Я убежал. Я думал, все, мне хана. Так, идем сейчас, короче, на второй этаж. На второй этаж опять идем. И идем ставить карту. Может быть, он меня... палит из-за того, что, типа, я бегаю? Да в смысле? Подождите, а у меня чё этого-то не было? Я чё из... Да, дед, нет! Нет, дед, нет, нет, нет. Так, две карты у меня. У меня есть два куска карты. Короче, ему, значит, попадаться вообще нельзя. Типа, попадаешься деду, и он отбирает у тебя все карты? Ну, это бред. Ах ты, падла! Нет! Ты достал меня вот в натуре! Достал меня этот дед! Он меня бесит просто, просто бесит меня этот дед! Он меня просто раздражает! А время уже, мы уже запись идет, 48 минут! Бесит, короче, этот дед! Бесит! Так, ладно, мы самое главное знаем, что где у нас есть карты. Типа у нас есть карты, это хорошо. О, чё себе, рычаг? Иди отсюда! У меня есть рычаг, у меня он есть. Да отстань ты от меня, плюшевый урод! Нифига себе, так можно было, что ли? Так, я знаю, куда его надо. Его надо вот сюда. Его надо вот сюда. Так, мы его ставим. Нажимаем. Забираем. Так, все, убегаем. Теперь нам надо еще забрать... Вон он ходит, придурок этот. Одна карта у нас лежит в микроволновке, а вторая часть карты у нас лежит на втором этаже. На втором этаже мы будем забирать самую последнюю очередь, потому что там она типа самая близкая.
Самое сложное сейчас это надо будет забрать в микроволновке. И нам, кстати, так и не дали ключа отсюда. Он идет сюда? Он все время ходит по второму этажу. Опа, 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 дед, опа, дед, опа, дед, 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 опа, 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 дед. Так, два. Два куска карты у нас. Так, убери его. Пока его убери. Так, у нас где-то была банка с краской. Я буду деду этому мстить. Так, идем, короче, на второй этаж. Идем на второй этаж, забираем третий кусок карты и пытаемся их расставить так, как надо. Иди. Да как ты меня заметил-то? Ты достал, ты дед. Вот он такой душный. Это просто жесть. Он просто мега душнилово. Может, надо перезапустить игру? Ну, типа, он слишком агрессивный. Так не должно быть. Типа, он очень агрессивный. Тихо, спокойно. О, а здесь открывается? Так, он заходит в дом. Ой-я! Нет у меня. Я спрятался. Меня нету. Заходит обратно. Так, сейчас мы будем смотреть, куда он идет. Как только он уходит. Как только он уходит, мы идем, ставим карты. Я не знаю... Че ходит, кого ищет? Че ты вот ходишь? Вот иди оттуда. Дедоганский дедоган. Только не ходи назад. Эх, бежал. Нету меня. Все. Все, меня нету, я спрятался. Тебе кажется. Тебе кажется, что я здесь есть, но на самом деле меня здесь нет. Че у нас время? 54 минуты? Я, наверное, предлагаю вам на этом заканчивать, да? Давайте на этом закончим. Продолжим расставлять карты в следующей серии, потому что, как бы, ну, подходит время к концу. Мы не успели этого сделать, поэтому мы сделаем это в следующей серии. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Залетайте в Телеграм по ссылочке в описании. Всем пока и до скорых встреч.